Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале ПК для всех. Сегодня у нас на канале видео о том, как ограничить скорость Wi-Fi в роутере. То есть, как сделать так, чтобы, например, устройством, которые нас не устраивают, то есть, например, сосед, который ворует у нас Wi-Fi, ограничить ему скорость раздачи интернета. Итак, что для этого нам нужно? Нам нужно зайти в настройки роутера. Для этого мы открываем браузер. И заходим в настройки роутера. Как вы видите, адрес у меня роутер TP-Link 192.168.0.1. Если у вас какой-то другой, смотрите, какой адрес будет у вас, также пароль. Видео есть у меня на канале, как войти в любой роутер. И попав в настройки роутера, нам нужно искать вкладку DGSP. Нажимаем на нее и под меню список клиентов DGSP. И как видим, у меня три подключенных устройства. Один без название unknown, это то есть неизвестное название. Второй это Android. Как вы видите, устройство, да, то есть это планшет мой. И Peter PK, это мой ноутбук, персональный ноутбук, который подключен. Вот такому адресу, IP-адресу. Смотрим, какой IP-адрес. Вот 103. Это подключен ноутбук, Android 105. В общем, в этой вкладке вам нужно разобраться, какие ваши устройства подключены и по какому IP-адресу. Нам нужно будет узнать IP-адрес. И поэтому вы смотрите и определяете, какому устройству вашему подходит IP-адрес. Все это есть у меня на канале. В правом углу будет подсказка, как узнать IP-адрес. MAC-адрес. Смотрите видео, если кто не знает. И после того, как вы узнали IP-адрес, например, мне нужно ограничить скорость вот Android-устройства, то есть по IP-адресу 105. Мы переходим в контроль пропускной способности. Нажимаем на эту вкладку. И здесь будет под меню список правил. Нажимаем и попадаем в список правил управления полосой пропускания. И здесь будут, как вы видите, у меня уже стоят ограничения на адреса, на которые, так как интернет у меня слабоватый, я ограничиваю доступ к другим устройствам, и тогда на моем компьютере скорость интернета идет без проблем. Итак, мы уже посмотрели, да, в DHCP список клиентов, то есть мне надо ограничить вот этот IP-адрес 105. 192.168.105. И переходим в контроль пропускной способности, список правил. И ищем вкладочку, где этот адрес. А у меня этого адреса нет. Ну давайте мы его впишем. Нажимаю кнопочку редактировать. Вы же можете нажать видим диапазон IP-адресов. Итак, вот с этого диапазона. То есть мне надо 105. Здесь я ставлю 5. И здесь также ставлю 5. То есть один адрес я только ограничу. Вы же можете, например, в диапазоне, если у вас стоит диапазон 105-107, и у вас это другие устройства подключены, вы можете диапазон увеличить до трех устройств, то есть 105, 106, 107, они будут скоро здесь ограничены. Я ограничу на одном. Итак, диапазон я нажал. Да, галочка должна быть включить, должна быть включена. И вот здесь, где исходящая полоса пропускания, входящая полоса пропускания, первую строчку минимальную мы оставляем 0, а ограничиваем максимальная полоса пропускания
У меня стоит 1024, вот 1024, чтобы вы знали, это 1024 мегабита, килобит в секунду, а это значит 1 мегабит. То есть 1024, 1 мегабит, то есть 2 мегабита это 2,48, ну и так далее. И нажимаю кнопочку сохранить. И как мы видим, у меня вот получился список правил. Вышла такая строка 105 и скорость ограничена 1024. Давайте я вам покажу, как, например. Итак, как нам добавить новую? Добавить новую. Нажимаем добавить новую. И здесь пишем IP-адрес. Я напишу 110. И здесь добавлю вот так, 111. Исходящая полоса пропускания и входящая. Первую пропускаем. На второй я включу 512. И здесь 512. Нажимаем сохранить. И как вы видим, новое ограничение вступило в силу. И теперь с IP-адреса 110.111 ограничение скорости будет 512. На этом, дорогие друзья, у меня все. Надеюсь, я вам помог. Обязательно ставим комментарии. Подписываемся на канал. На этом у меня все. До следующих встреч.